сложно прятаться от прилета. Вот это самое сложное. Когда ты не угадаешь, да, куда может прилететь, что может прилететь и в какую секунду. Кругом гололедка. Ой. Я думала, тут уже погибну. Я тут была. Возле калитки делала. Как? Ну, мгновенно. В конце концов, я не хочу уходить со своей работы. Я люблю людей, я люблю общаться с людьми. Люди меня, насколько я знаю, люди меня любят. Ми розуміємо, якщо Укрпошта йде з населеного пункту, то для місцевого населення це знак того, що це небезпека і Україна може покинути, і ми тримаємось до останнього. Посилки, ну там в основному йдуть тарілки, ложки, люди відсюди виїжджають. Сидя лишний раз, а у меня было 5 уколов этих. Она говорит: тетя Валь, я умею колоть. Я приду поколю. Вот она ко мне ходит, колет. И многие бабулечки, вот дедулечки меня спрашивают: ты ж нас не бросишь, ты ж никуда не уедешь. Многие спрашивают, будем ли мы работать, ну, допустим, боятся, что нас, допустим, закроют, или я там в какой-то момент не приду. Я говорю, ну, буду держаться, сколько будет в моих силах. А, позволят жить, будем жить, будем работать. А силы еще есть? Много сил? Много. Я сильная.